В Базарно-Карабулакском районе разгорелся скандал из-за двухлетнего ребенка. При очередном рейде социальных служб проверяющие обнаружили в одном из домов поселка Сухой Карабулак мальчика, который воспитывался в ужасных условиях. Так, в квартире не проводилась уборка, от грязи завелись насекомые. Также ребенок в момент проведения рейда был голоден. Мальчика забрали из семьи, но мама сразу отправилась за ним. Как оказалось, отец малыша часто пьет и избивает женщину и ребенка. И мама мальчика не знала, куда обращаться за помощью. Мама неплохая, но мама сама является сиротой, поэтому она, как бы, может быть, где-то запуталась и не знала, как правильно воспитывать. То есть она немножко не была осведомлена, куда ей обратиться и как выходить из каких-то проблемных моментов. В частности, как себя вести, если она вот действительно страдает у нас там от насилия. То есть она не знала, где искать помощь. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в Базарно-Карабулакской больнице. Предварительные данные обследования показали, что мальчик абсолютно здоров. Изымать его из семьи не собираются. Все соцслужбы нацелены на то, чтобы ребенок воспитывался с мамой. Женщина уже решила, что к отцу мальчик не вернется, а местные власти пообещали, что в квартире, где живет семья, будет сделан ремонт, чтобы привести жилище в надлежащий вид. Обязательно наведут порядок, сделаем косметический ремонт для того, чтобы мама с ребенком вернулась в достаточные условия. Проблема стояла также в том, что у них нет постоянного места жительства, нет прописки. Этот вопрос также будет решаться в ближайшее время. И власти Базарно-Карабулакского района, и в аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области пообещали держать ситуацию на контроле, чтобы такого больше не повторилось.